10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились со строительными работами, проводимыми в жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша. Приняли участие в церемонии закладки фундамента второго жилого комплекса, состоящего из 17 зданий. Открытие вывесок на пересечении улиц Кейдара Алиева и 8 ноября, Шушинского комплекса отелей и конгресс-центра, мероприятиях, связанных с началом работ по реконструкции и ремонту Центра государственных услуг в городе Шуша, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева. Глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии творческого центра в Шуше после реставрационных работ, проведенных фондом Гейдара Алиева, ознакомились с фотовыставкой «Гейдар Алиев и Карабах» и фестивалем цветов, организованными здесь в рамках столетнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем президент Азербайджана, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии вывесок на пересечении улиц Хуршидбану на Таван, Победы, Карабаха и Хана Шушинского. Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии после работ по реконструкции и восстановлению мечети Юхары-Говкарага в Шуше, а также выставки Мирмохсун Наваб Карабаги, ученый-энциклопедист 19 века. После этого глава государства, первая леди и члены их семьи приняли участие в открытии мечети Саатлы и Шушинского филиала Национального музея ковра после восстановительных работ, проведенных фондом Гейдара Алиева. Ознакомились с представленными в музее экспонатами и произведениями искусства. Затем президент Азербайджана и первая леди приняли участие в открытии вывески на улице «Железный кулак» в Шуше.